Всем огромный привет! Торт я уже собрала, выровняла его белком и творожным кремом и буду окрашивать низ и верх торта аэрографом желтым цветом. Украшать буду торт тоже белковым заварным кремом. Вот такой вот насадкой хризантема с перегородкой хочу сделать цветы. Сначала отсаживаю небольшую кремовую подушечку и начинаю отсаживать лепестки. Сначала сверху делаю небольшие такие вот лепесточки и накрываю, как будто бы один на другой накладываю. А затем вот делаю лепестки и веду их вверх. Чем больше вы хотите, чтобы был цветок, тем больше нужно отсаживать лепестков. Можно сделать большие, маленькие, разных размеров такие цветочки. Будет смотреться очень красиво. Серединку цветка хочу окрасить вот таким вот красителем с распылителем. Ссылку на него оставлю в описании под видео. Окрашиваю именно вот серединку, чтобы был такой красивый розовый оттенок. Чтобы выкладывать цветы, я отсажу немножко крема. Так будет проще мне выставлять цветочки. И отсаживаю ножницами цветок. И на низ торта тоже хочу отсадить цветы. Вот уже один цветок я сделала и отсаживаю его сюда вот снизу. И добавляю вот где еще мне хочется их отсадить. Наверное, сверху добавлю вот так немножко. И вот такой вот маленький еще я сделала цветочек. Отсажу его вот сзади, вот сверху. Средней насадкой для розы сделаю розы. Она у меня насадка идет без номера. Отсаживаю кремовую шапочку и начинаю делать верхушку. Как бы извиняюсь за то, что вам не особо видно. Ну, розу сделаю как обычно. Отсаживаю лепестки и каждый следующий лепесток начинаю от серединки предыдущего. Вот такую делаю большую розу. Хочу ее садить сверху на торт. Поэтому вот такая красота. И серединку еще хочу окрасить аэрографом зеленым цветом. Я окрашиваю просто красителем. Краситель развела с кипяченой водой. Вот такая вот розочка получилась красивая. И аккуратно отсажу ее на торт сверху. Хотела я, конечно, отсадить розочку посерединке цветов сверху. Ну, немножко поправлю, раздвину, как бы вот тем, что и хорошо кремовые цветы держат хорошо форму. Их можно перемещать, куда вам нравится. И еще добавлю таких розочек. Такой вот насадкой зубчиком хочу сделать веточки сверху на торте отсадить. Вот такой вот маленькой круглой насадкой на веточке хочу отсадить маленькие кружочки. Кажется, совсем немножко добавила просто белых точечек на веточке, видите, и смотрится уже совсем по-другому, очень красиво, так интересно.
Вот такой вот насадкой буду отсаживать листья. Смотрите, вот пакет я красила внутри красителем. Мне очень нравится делать такой насадкой листья. Смотрите, какие они получаются широкие, красивые. Вот если нужны большие листочки, то такая насадка прям отлично подойдет. Круглой насадкой белым кремом отсажу кружочки по низу торта. Вот такая вот красота у меня получилась. Надеюсь, вам понравилось такое оформление торта. Желаю вам всего самого доброго. Всем пока-пока!